Здравствуйте, мои милые зрители. Вот полчаса назад закончился стрим, очередной вечер трудного дня, фильм «Последний угол». Народу было мало. Стрим был достаточно задорный, веселый. И что интересно, его сразу заблокировали во всех странах моментально. То есть уже по ходу стрима висела портянка, что вы, типа, гад такой, минус часа нависело. Ну, когда я включил под финал Сантану, Лед Зеппелин, потом Сантану, то есть просто сердце ютубовских уродов не выдержало. Все, они привесили портянку, предупреждающую, что трансляция типа, может быть заблокирована. И не успел я даже обработать его, то есть исправить титры там. Его просто заблокировали. Причем, вот видите, заблокировали по-хамски, я даже открыть не могу. Подать возражение, то есть объяснить ситуацию. Как бы она пока грузится, там сейчас пустое окно выгрузится, это уже не в первый раз. А вот вчерашний стрим, джазовый, то есть вот видите, вылетает пустое окно, то есть чисто по-хамски даже. Вчерашний стрим, да, с винила, то есть который законно куплен, то есть никакие оцифровки чужие я не использую. То есть я пишу на свой микрофон, свой контент. То есть качество оборудования настолько великолепное, да, что вот тварям сказать нечего. Джулия Лондон, пожалуйста. Тина Брукс, ну, понеслась. Тина Брукс, Джулия Лондон, Авалон, Арт Фермер, Бенни, значит, и. То есть все, как бы, блоки. Абба Болливуз, ну и так далее. Лайма Вайкуль, даже добрались, что меня, конечно, вообще, ну, Билл Холидей, добрались до Анны Герман, вот, а он мне нравится. Даже какой-то говнюк, значит, 2018 года, пролог музык, он, значит, тоже хочет разместить рекламу там, и так далее. Ну, то есть, видите, прессинг какой. Я говорю, 35 возражений. Или 34. В общем, оцифровать они так не могут. То есть, сделать живой звук не могут. Единственное, что они могут, это вот. Либо просто убирать видео. И вот, видите, по всем стримам. То есть, вот такие портянки. Ну, как бы я бодаться, конечно, не могу. Потому что, что получается? Вот я выдал, да, количество эфиров. Прямых, они тут же херакают и блокируют. То есть ребята подходят к уничтожению информации о том, что есть такая технология живого звука, созданная, значит, русским инженером, что есть такой вот форум. Очень четкая, как бы, жуткая конкуренция, жуткая все это. Как бы. Поэтому вы извините, кто вот сегодня смотрел, да, думал, что придет, послушает. Но, к сожалению, я его даже сейчас вытащить не могу. То есть я не могу вот этот вот скачать куда-то, стрим, сохранить, как вот такой вот опциональный YouTube. Подожду, может, до завтра напишу в техподдержку. Но, насколько я знаю по опыту, это ничем не кончается. То есть тут нужен конкретно крутейший адвокат, крутейший, натягивать все вот эти фирмы. Натягивать YouTube надо. Ну, то есть это в пару миллионов просто баксов суд станет. То есть вы это, конечно, понимаете, что нереально. На иголку он собирает.